Проверим. Новая серия игр The Dark Pictures. Devil in Me. Посмотрим, что тут интересненького. Так, что тут? Ого. Угу. Новая история. Серьезный. Начнем с серьезного. Новая ячейка. Да, давай, погнали. Играем на геймпаде, чтобы прочувствовать всю боль кнопок. Да-да, сейчас мы всех убьем. Колесо 80 метров высотой, Джефф. Можешь представить? Ну, я пытаюсь. С него, наверное, вид на сотни километров. Мы должны на нем прокатиться. Если тебя это порадует. А меня радуешь ты. Выходит, ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану. Ловлю на слове, дорогая. По пивку? Кажется, пришли. Пивбар. Нет? О, да тут чудесно! Как в рекламе. Офигенно! Ну, пойдем? Hello? Anybody home? Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку. Еще раз? Welcome to Hotel California. Да, я не так представлял первоклассное обслуживание. Ну, давай на выставку. Давай не будем ждать до завтра. Оставим вещи и пойдем. Никуда мы не пойдем, пока не зарегистрируемся. Ох ты. Мужик сказал, мужик ждет. Раз не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально. Вот моя Мари. Во всем видит что-то хорошее. Вот типути, блин. Я приношу извинения за то, что напугал и заставил ждать. Надо было кое-что уладить. Чоп-чоп. Уладить ему надо было. Обещаю, что отныне вас ждет только хорошее. Я рад, что вы выбрали наш отель. Вот, распишитесь. Впервые в Чикаго. Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Вы правы, да, но это не все. Сегодняшний день для нас особенный. Хо-хо, какое колечко. А, молодожены. Я бы его... Это себе же просто забрал. Замечательно. Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться. Да ладно, да. Бля. Сегодня начался наш медовый месяц. Мои поздравления. В таком случае нужна комната получше. Номер для новобрачных. С одной кроватью. Ой, он, для одного. Он намного дороже. На 300 баксов. Не тревожьтесь.
Доплачивать ничего не нужно. Это подарок отеля. Вы у нас первые молодожены. Я вечером зайду. О, как это мило. Чоп-чоп. Спасибо, мистер... Холмс. Генри Говард Холмс. А где ваш брат Шерлок? У вас прекрасный отель, мистер Холмс. О, благодарю. А он Я еще меня сам ловит. Его спроектировал. Так вы архитектор? Архитектор, конструктор, строитель. Еще врач, тот сукин сын. Художник. У меня много разных интересов. Впечатляет. Можете осмотреться. Мы продаем разные мелочи и сувениры. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Угу. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Все для наших гостей. Ох, Холмс, что ты задумал, а? Топорик уже, наверное, точишь. Пальчики порубать. Так, что из вещей я забыла? Так, подожди-ка, тут что-то какой-то косячок с графикой. Погоди-ка. Сейчас. Да не странно. Все норм. А что он мне тогда предлагает? Тут как-то очень странно все. Ну и че? Ой, простите, мисс. Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Хо, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо, не жалуюсь. Пойдем наверх. Наверняка все готово. Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе? Все тебе скажи. Интересно, а что там? Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната. Мы что, ищем приключений? Возможно. Хера, блять, он дверь открыл. А это что? Здесь для... просто идет ремонт. А, это вот они зашли в другую приключения. Комнату. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Стой. Что это? Не трогай. Тихо. Началось. Кнопка может измениться на треугольник. Прикольно, мне это нравится. Это на среднем уровне. Отлично. Отлично, отлично. Блять. Простите. Отлично, отлично, и проебался. Заблудились? Сука. Мы свернули не туда. Комнату ремонтируют. Здесь опасно. Ах ты ж. Конечно, мы... Вы, видно, пропустили знак на двери. Видимо. Нам очень жаль. Мы же не хотим, чтобы вы провалились сквозь пол и разбили голову, правда? Нет. Слушайте, нам очень жаль. Ничего.
Я только волнуюсь за вас. Лишь бы вы были целы. Прежде чем я вас порубаю топориком, блять. Сука, просрал эту тему, блять. Сидел тут, ха-ха, так легко, блять. Прошу, располагайтесь. Твою Этот мать. Номер для вас. Большое спасибо, мистер Холмс. Ватсона, устраивайтесь пока. Если позволите, меня ждет работа. Чоп-чоп. Мы с вами еще непременно увидимся. Угу. Пошел с топором. Боже, это номер достойный короля. Или королевы. Хитрец. Вот тебе. Жены так себя не ведут. Эй! Ха! В яблочко! Это война. Получил. Мне стоит бояться. Че за девку играем, блядь? Дайте пацана, сейчас я ее подушками забью, блин. Блин, тайминг идет. Сдаюсь. Ладно, ты победила. Ничего не повредила? Только мою гордость. Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Вовсе нет. У меня есть подарок. Закрой глаза и встань к зеркалу. Это так мило и романтично. Угу. Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Все нормально? Да. Так, открой глаза. Окей. Джефф, красотища! Спасибо! Вот. Ну, победа за мной. Иди теперь прими ванну. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. То есть ты на грязную девку одел ожерелье, а потом говоришь, прими ванну, бля. О, да у нас тут пип-шоу. Прикольно. Опять не та дверь. Заклинило. Может, толкнуть посильней? Окей. Сезам, откройся! Блин, спасибо. Могли бы немножко ты тайминг побейся, увеличить побольше. Ты побейся, а я быстренько приму ванну. Как-то медленно и ушло. Потом устроим это только вначале, надеюсь. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Кыш, брейся. По-моему, я забыл взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там. Не волнуйся. Ну, 18+ будет. Пиздец, мне еще куда в лавку идти, блядь? Набор бритья. Нахер я сейчас... Нахер вообще бриться, блядь? Пойдем, блядь, ванну ломать. Спокойно. Закрыто. Да, все, прощелкал я момент. Блин, 21:9 не поддерживает. Хм. Окей. Готов поклясться, мы шли здесь. Thank you.
Что? Ох, твою ж мать. Боже мой. Сейчас бы, блядь, жопой туда сел бы, блядь. Японский хородовой. Хо-хо-хо. Сейчас он ей в ванну что-нибудь засунет. Предметы из инвентаря. Что-то новая тема какая-то. Что-то я не врубаюсь вот с этой темой. Как будто камера хочет вниз пойти, я что-то не могу понять. Чпок, одно платье чпок, второе платье чпок, десятое платье. Ну чё тут задумал Холмс? Это ты, милый? Да, это я. Джефф? А, ты решил поиграть в другую игру? Нихуя, блин. Кто это тут подглядывает? Что вы себе позволяете, мистер... Холмс? Ну, что вы здесь делаете? Джефф? Я боюсь, он вас не услышит. Нет! Чёрт. Не трогай меня! Чёрт. Не закончил. Я... Нет! Не дергайся. Так будет только больнее. Это печально. Что? Что вы? Что вы сделали? Успокойтесь, сэр. Ваша жена немного поранилась. Немного поранилась. Все в порядке, сэр. Беги, Форест. Блять, сейчас меня грохнуло. Туку-туку-туку-туку. Пизда. До свидания. Газовая камера. Ты еще жива, блядь? Я ты. Мари. Ну, блядь, жопу не показали, блядь. Мари! Ты упускаешь последний шанс признаться ему в любви. Мари! Да. Мари! Пока смерть не разлучит нас. Открыто достижение. Ах ты, сукин сын, блядь. Порядок во всем, и все в порядке. Да, ты погляди. О, какая красота! Для тебя все лучшее.
мама умрет на месте, такая... Послушайте, роскошь. Мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. Won't you spare me over to another year? Won't you spare me over? Сейчас придет копирайт, блядь. Я буду пиздеть. Вообще похуй на этот копирайт. Долго пришлось ждать. Всегда приятно снова видеть знакомое лицо. Вижу, вы вполне готовы к новому рассказу. Терзают смутные сомнения, блять, в плане. Не я рад вашей плане, компании. Блядь. Хотя может, слишком она... долго я был один. Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Это история о творческих личностях. И о том, на что они способны пойти ради искусства. Оно способно вызвать разные чувства. Восторг, вдохновение, страсть. Да. А еще сомнения. Страх. Ужас. Ваши чувства... И ваши поступки повлияют на историю. Время от времени вам будут попадаться схемы. Они показывают возможные итоги ваших решений. Порой самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу. Вам выбирать последствия. Вам отвечать. Я не вмешиваюсь. Это нарушает правила. Я могу лишь наблюдать и фиксировать все ключевые события. О, полюбуйтесь-ка. Такая древность. Она называется обол. Их клали в рот недавно усопшим. В качестве платы. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Я с радостью выменяю ваши находки. Поверьте, вы не пожалеете. Что ж, приступим. Игра началась. Я буду наблюдать. Меня зовут Кейт Уайлдер. Я магистр криминальной психологии.
Я веду журналистские расследования и борюсь за правду. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго. Даже когда ты просто говоришь, как есть, люди считают тебя стервой. Но это не так. Да, я не идеальна, как и все, но... Я стараюсь и... Так, я Марк, я изучал фотографию в университете. Мне очень понравилось, и теперь я хочу заняться ей всерьез. Ну, да, это типа профессия. Я много лет занимаюсь светом. Вижу проблему, освещаю. Болтать особо не с кем, и главное, что тут скажешь? Надоело быть одной. Простите, надо начать с профессии или с личной информации? Просто, ну, у кого потом будет доступ? Не люблю говорить о себе. Так, я Чарли Лоннет, родился в Англии, но тут уже лет 20. Прошлый проект шел по плану, мы хотели... Задумка была, по-моему, просто отличная, но... В итоге вышло не так, как я надеялся. Получилось говно, если честно. Мы услышали достаточно. Разве? Я ведь едва начал, Ваша честь. Вы не понимаете. С рождения во мне живет дьявол. Я мог противиться желанию убить, не более чем поэт может сопротивляться вдохновению. Выройте яму поглубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. 7 мая 1896. Герман Маджет, он же Генри Г. Холмс, был повешен. Во время казни шея сломалась не сразу. Согласно записям, он медленно задыхался более 15 минут, пока, наконец, не испустил дух. Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей. Но по мере того, как следователи изучали улики, обнаруженные ими в разных городах, число возможных жертв росло. Почти 200 человек. Первый серийный убийца Америки и, пожалуй, самый жуткий. Его гроб залили бетоном, как он и хотел. Надеялся ли он скрыться от Божьего суда? Или правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать? Хм. И ну, кто у нас теперь? Как вам? Если честно, Чарли, это какое-то... Погоди. Погоди, гундеть, блин. Погоди, блин. Лоннет Энтертеймент. Это Чарльз Лоннет? Слушаю. Можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь, мистер Дюмет? Вообще-то это я могу помочь вам. Послушайте. Что такое? Я признателен, мистер Дюмет. Это звучит прекрасно, но... Я не хочу грубить, но в чем подвох? Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Я пришлю машину после обеда, в 4. Ждите. После обеда? На съемке нужно дня 2. Дергать команду на выходных – гиблое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Мы... Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да, конечно. Мы за. Я приведу их. Обещаю. Все будет. Вы от мистера Дюмета? Мы... К
Чё, мы все не влезем? Грузимся, народ. Ага, да, хуя, бля. Не надо. Прости. Ага. Ага. Ладно, это просто лампа, которая тебя украшает. Слышь, водила. Хочешь? Ладно. Все будет отлично, но правда. Авантюра. Ой, пизди ты, блядь, отлично все будет. Ну чего? Какой-то хер позвонил, блядь, и да, мы сейчас едем. Вау. Будет супер. А, кстати, куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай. Топику. Именно. Я без гроша в кармане, телефон сдох, и мы застряли в сраной Топике. Я ни при чем. Да только ты и при чем. Правда, потому что головой думать надо. Так, ладно, Чарли, что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим Гэгэ Холмсом. Явно в здравом уме. Мы едем в дом, который он унаследовал от родственника. Вот тот был одержим Холмсом. Часть комнат полностью копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи, документы, артефакты. Я же сказал, это спасет шоу. И я не преувеличиваю. И это точно не вранье? Просто поверь мне. Простите за секретность. Но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Схерали, блядь. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной раскрыть сведения о моих личных делах или привычках. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной. Я требую конфиденциальности. Я настаиваю. Что ж, он тут хозяин. Для нас это большая удача. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники — это фигня. Ладно. Ради шоу. Угу. Обещаю, вы не пожалеете. Прям как в Топике. Если этот чувак такой богатый, где прислуга? Он нам поможет? Ага, ясно. Не проблема. Спасибо, друг. Не напрягайся. Козёл. Ладненько. Что теперь? Хорошо бы начать снимать озеро и общий план. Ага, только не в таком тумане. Вон, сверху вид будет лучше. Там, правда, повыше. Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Марк, это полный бред. Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно там. Ну, удачи. Идем. Ну-ка, а есть тут что-нибудь, какие-то нычки? Дайте мне удочку, сейчас рыбачить буду, бля. Нет? Никаких удочек? Молиться стал.
Get going. Когда ты переключился на английский, бля, keep going, бля. Эй, народ, вы где? Идем. Хуя, он бегать умеет даже, вау. Кошмар, как громко. Его издалека должно быть слышно. Да, в теории я это знаю. О, план не сработал. Ничего, найдем обход. За мной. Жизнь за хороший кадр? Не вижу ничего опасного. А знак, что можно упасть в океан? По-моему, довольно опасно. Короче, да ну брось, им просто типа, положено, ну, что-то поняли, такое типа, писать. Может ерунда. Быть, обвал случится. А я не согласен. Не ссы, негр. Сейчас, блядь, будем прыгать, как горные козлы, бля. Слушай, Марк, я хотел сказать спасибо за поддержку. Какую? Что? Давай, за бегай, эти бегай, бегай, бегай. Да за все сразу. Опа. А то кое с кем бывает трудно. Иногда. Джейми и Кейт ни за что бы не согласились без тебя поехать. Я подумал, последний эпизод был говно, так что надо работать. Ясно. Ну да. Типа того. Ладно, если честно, мне просто хотелось побыть здесь, вдалеке от остального мира. Я поссать. Чтобы слегка сбавить темп, привести мысли в порядок. Сбавить темп? Зачем это надо? Да просто расслабиться. Мне этого не понять. Сильный был шторм. Вот так вот. Кассиопея. Окей. По-английски горишь, блядь, ёпта. Я, конечно, понимаю, но это интересно, конечно. Давай, помоги кнопку понажимать. Ах ты, сука, там дырку нашел. Негр в любую дырку залезет. Ага. Зажигалочка. Окей. Кстати, когда закончим, я съезжу на пару недель к родным. А как же монтаж? Мне нужно твое внимание к деталям. У меня сейчас и так куча проблем, Чарли. А, да, ладно, поезжай. Возьми пару недель. Возьми пару пив. Спасибо. С монтажом я справлюсь. Эй, давай, прыгай. Сделай, как я. Козлина. Возьми отпуск. Тебе есть кого навестить? Ну, так. Ах вот, пиздец, на ту ступеньку никакой ты лезть не хочешь. Никакой миссис Лонет не завалялась случайно нигде? Женат на работе. Женат на работе? И как идут дела в браке? Если сравнить с реальным браком, весьма неплохо. Женат на работе. Слышь, я вообще в другую сторону пытаюсь тебя уронить. Нажмите X, чтобы пролезть сквозь узкую щель, бля. Сейчас пиздец.
Боже, что это? Манекен. Стоит, типа, отдыхает. Типа отдыхает. Это часть старой экспозиции. Да, скорее всего. Да, все-таки мне кажется, немного картинка то ли приплющена, то ли, блядь, не могу понять пока. Или все. Идешь? Но... Да. Просто смотрю на свет в тумане. И как это впишется в шоу? Да я так. Пошли. Типичный фотограф. Это просто так не выключить. Есть много пересечений между творчеством и работой за деньги. Ты уверен? С Кейт вы как-то не очень удачно пересеклись. Мы решили сейчас не трогать эту тему. Главное, чтобы работать не мешал. Что у нас тут? Закрыто? Какого хера закрыто? Чтоб такие дураки, как я, не залазил. А я вот так залезу. Ну, перевод будет. Окей. То есть просто одна записка и все, окей. Нихуя, блядь, тут еще что-то есть. Смена. Давно его не обслуживали. А сигнал почему работает? Окей. Но туман-то никуда не делся. Теперь тут автоматика. Окей, окей, окей. Все, что ли? Две записки тут были. Окей. В эту щель мы пролезем? Конечно, давай лезь, блядь. Давай немножко нагнуться, блядь. Хуя ты даже так умеешь? Это вы чё, с ластухи спиздели, блядь? Окей. Давай дальше. Ух, давай. Успели. Опять ворон. Ёбаный в рот. Идите нахер, блядь. Не бери. Древняя штука. Чарли может открыть ящики с зажимом для галстука? Хуя, блядь. Ну и чё мне? Давай. Что это? Какая-то монета.
Блять, точно у меня, блять, из-за монитора идет, сука, не то, что нужно. Смотрите, монета. Сука, он не поддерживает 21 на 9. Блять, игра не поддерживает. Зараза, бля. Поэтому он немного режет, блять, низ. Козлина, бля. Ну так и чё мне эта монета дала? Нихуя не дала, давай. Чё мне обратно в щель лезть? Алё, бля. А нихуя мы это, идём в этот дом. Эй, извини, если кажется, что я придираюсь. Без тебя этого шоу бы не было. Это не так. Я, может, за рулём? В смысле? За рулём Лонит Интертеймент. Но за двигатель отвечаешь ты. Это не так устроено. Господи, вот и хвали вас после этого. Спасибо, Чарли. Я понял. Хер от лысого, да? Не откроется. Окей. Блять, ну вот ёбаный Uncharted. Блять, стоять, бля. Не хочу я лезть, давай толкать. С какой стороны ты хочешь его взять? Вот оно как работает. Подумаешь, вошли через окно. Как тебя не посадили? Боже, что это? L2. Какая встреча? Чего, блядь? Идите нахуй, ёпте. Блядь, мне кажется, надо перепрыгнуть на другой монитор. Зараза, бля. Тут мне что-то, блядь, игра немного... Не хочет она работать на этом мониторе нормально. Ну, блять, сука. Давай, грохни кого-нибудь, там напугай, блять, или еще что-то такое. Взрыв. Что это? На лодке кто-то поехал и взорвался. Окей. Ну давай, отходи, блядь, чё ты, блядь, присосался к этой картинке. Давай, полезли в щель, там нас сейчас выебут, блядь. Хорошо бы тут просто не сменить. И шторы повесить. И залить всё санитайзером. Кто там дышит, блядь, так? Негр, ты? Чё вы так, блядь, дышите, как будто пиздец такой? Курильщики 30-летним стажем, ёпта, блядь. Чарли, что-то мне это всё не нравится. Просто у кого-то такое хобби. Не дрейф. Ну и хобби. Не, нихуя я не полезу, я наверх, пошли в жопу.
Это что за хренотень? Дернулась! Сам что? Ты? Та чего? Штука двигалась. Давай, ладно, походу тут все, больше нихуя. Может, где что проебал, но хуй с ним, как говорится. Полезли наверх. It's gonna be okay, it's all gonna be okay. Gonna be okay, yeah, everything we gonna be okay. Посмотри, идеально. Точно, снимай. Сделай панораму озера, пока остров не окажется в кадре. Потом укрупнение на маяк. О, это за нами. Идем. Пора назад. Это он? Не знаю. Я его раньше не видел. А откуда он вообще узнал про наше шоу? Я как-то не спросил. Стрёмно. Так, ведем себя хорошо. Здравствуйте. Да, блядь. Мистер Лонит? Он да, сам. Прикольно. Я Грант М. Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Ну вы поняли этого. Кто Марк, это? Эрин. Из первой Эрин. Части лошара тут. А это у нас Кейт. Рада знакомству, мистер Дюмет. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам да очень благодарны. Тих, приятно познакомиться. Ну что же, отправляемся. Меня еще с первой части штырит. Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Не стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да, конечно. Все, везешь новых жертв. Ну, кто там на маяке был? Покажите нам эту девочку или кто там. Хо-хо-хо, какие все довольные, блядь. Если бы вы только знали, куда вы, блядь, плывете. Давайте пойдем к отелю. Держитесь рядом. Не расходитесь. Очень прошу. Здесь что, опасно? Нет. Ну что вы? Точно? Вы как-то не уверены. Вам ничего не грозит. Просто если что-то случится, до больницы добираться долго, так что осторожней. Что там у тебя? Все заминировано, что ли? Без спроса не пролетит. Боже. Сюда. О сумках не волнуйтесь, их принесут. Давай поюморим. Вдох и выдох, Чарльз. Постарайся не выкашлять свои легкие. Справлюсь. Просто представь, что наверху тебя ждут сигареты. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. Кого он так боится впустить? Лучше спроси, кого он не хочет выпускать. Джейми. Это я так. Ужастиков насмотрелась. Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Давно? Это типа часа два. Просто иди. Марк, возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру, дальше я буду показывать. Меня не снимать. Я не должен попасть в кадр. Вам понятно? Я
очень закрытый человек. Конечно, мистер Дюме. Тактичность кредо Лонит Интертеймент. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышь, я всегда шикарна. О, ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук. И... мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому. Супер, Кейт. Теперь повернись к дому. И медленно иди. Так, все, хватит. И снято. Нам правда пора идти. Как скажете, мистер Дюме. Сюда. А ты пока еще поснимай. Конечно. Мистер Дюмет нас сильно ограничивает. Это точно. Осмотри тут пока все. Но тихонько. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает. Чего ты от меня хочешь? Того, что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? Ах ты ж черт! Что с ты тобой? Чего? Споткнулась о свое эго? Нужно отвезти ее в отель. Не могу пошевелить. Джейми, побудь с ней. А че я? Ты можешь помочь. Помнишь, как в тот раз? В Глендейле. А, точно. Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. В отеле же они есть? Да, есть. Тогда идем. Что происходит? Идем. Я потом объясню. Вспомнила актерские курсы? Да, да. Зачем это все? Территорию разведать. Ну а мы тут при чем? Я милая, а ты сумеешь хакнуть замки. Идем. Ах вы две сучки, блядь. Ну чё, на этом первую серию закончим. Продолжим во второй.